Божьи заповеди и Мессия. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 34 по 46 стих. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки – когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Размышление, часть первая. Божье послание. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 34 по 40 стих. Пытаясь окончательно подловить Иисуса, фарисеи просят его выделить небольшую заповедь во всем законе. Без сомнения, они надеются, что ответ он выскажет что-нибудь неуважительное о законе и тем самым выставит себя лжеучителем. Иисус же в ответ цитирует главную заповедь веры – призыв к абсолютной любви и посвящению Богу, которые в свою очередь ведут к любви и почитанию ближнего. Он не устраивает длинных и запутанных дебатов, популярных среди религиозной элиты, а наоборот показывает, насколько Божье Слово при правильном толковании просто. Бог говорит, и Его слова четкие и ясны. Он не путает нас с непонятными высказываниями. Он четко выражает свою волю и объясняет, как ее исполнить. Какие библейские концепции вам сложнее всего понять? Насколько верно вы следуете простым повторяющимся заповедям? Размышление, часть 2. Великий Спаситель. Евангелие от Матфея, 22 глава, 41 по 46 стих. Многие века евреи ожидали прихода Мессии. Они верили, что однажды явится потомок Давида, чтобы объединить еврейский народ, вернуть ему независимость и восстановить былую славу Израиля как избранного Божьего народа. Иисус же заявляет, что сам Давид в пророчестве называет обещанного Мессию Господом, восседающим по правую руку Яхвы. Это говорит о том, что Мессия намного выше Давида. Он вечный царь всего творения. В Иисусе мы имеем царя, учителя, спасителя и друга. Никакие слова не могут передать его величие и любовь, ибо они неизмеримы. Какими чертами Иисуса вы хотели бы подражать больше всего? Как вы можете еще больше чтить его как истинного мессию? Молитва дня. Небесный Отец, благодарю тебя за то, что ты явил свою совершенную волю через Сына своего Иисуса. Помоги мне брать в своей жизни и в отношении к другим пример только с Него. Пусть возрастает моя любовь к тебе и к ближним. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.